Звуки этого необычного музыкального инструмента кажутся загадочными и космическими. Игра на нем сродни магии, а история его создания окутана мистическими тайнами. Сегодня речь пойдет о терминвоксе. Один из самых магических музыкальных инструментов – терминвокс. Играют на нем без физического воздействия. Музыкант, словно дирижер, двигает руками и пальцами по воздуху, таким образом извлекая звук. Вот есть инструмент – терминвокс. Электронный инструмент. Синтезатор, которым надо управлять, не прикасаясь к нему руками. И в принципе, как уже говорилось, это самый простой инструмент в мире. Чтобы издать на нем звук, надо просто ничего не делать. Он сам будет пищать, визжать и прочие звуки издавать. Происходит это благодаря электромагнитному полю, которую создают два генератора высокой частоты, встроенные в инструмент. Игроки управляют звуками, перемещая руки и пальцы вокруг вертикальной антенны, чтобы повысить или понизить тон. И вверх или вниз по петлеобразной антенне для регулировки громкости. И нашему слуху предстают чудесные звуки. Создателем этого невероятного музыкального инструмента является советский инженер-физик Лев Термен. Однажды он изучал технологию радиоволн для измерения некоторых свойств газа и обнаружил, что его аппарат издает странную трель при перемещении над ним рук. Осознав потенциал устройства, Термен создал небольшой музыкальный инструмент, названный позже в его честь. Впервые продемонстрировал свой инструмент изобретатель в 1922 году и не кому-нибудь, а вождю мировой революции Владимиру Ильичу Ленину. И сразу после этого терминвокс приобрел всемирную известность. В 40-х годах прошлого века инструмент начали широко использовать в кинематографе. Например, звуки «Машины времени» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» имитировал именно этот музыкальный инструмент. На сегодняшний день в России существует школа терминвокс. Ее руководителем является правнук Льва Термена Петр. Он же является ведущим мировым исполнителем на терминвоксе. Конечно, в 21 веке сложно удивить слушателя каким-то загадочным музыкальным инструментом. К тому же ныне любое звучание способен сгенерировать обычный синтезатор. Но именно терминвокс произвел переворот в музыкальной индустрии и привел к созданию, например, того же самого синтезатора. Впрочем, это уже совсем другая история. Мы обязательно вернемся к ней в одном из наших следующих выпусков новостей моего дома.